что-нибудь стих. Чтобы комары не кусали. Короче, я ем лук, он не разрешает есть лук. И он сидит, короче, там лобный в этой штуке, и говорит, в чем дело? Скажите, крутая шляпа. А он мне говорит, что типа, ты же лук ешь, я тоже буду делать то, что тебе не нравится. Вот эта Зина говорит, что... А он лук не любит, что ли? Люблю. Нет, я люблю, но это не тогда, когда на ночь. Ну вот... Она вот просто ночью, перед тем, как идти спать, вот целую головку съедает, а потом лежит. Я говорю, ты нормальная вообще? Короче, вот такие дела. Да, там... Мама говорит, ну и ешь. Да. Что? В смысле репчатый? Репчатый это вот такой длинный, нет. Такой. Круглый. Круглый. Ну, репчатый, да. Ну да, это репчатый есть. А вот. А вот такой он говорит, зеленый как называется. Ну, я не знаю, листья, полей там какой. Полей. Круто. Да луковица уже. Луковица вообще. Вот. Просто вот это все она надкусила за раз. А, понятно. Или лук мне Никита друг. Короче, вот такие дела. Лук, что ли? А? Да люблю. Он запах не любит. Не, ну... Да не, нормально. То, ну, в меру. Не, в меру. Ну, не, 7, в меру. Не 7 головок. На завтрак, на обед, на ужин надо его есть. Так, ладно, что вы пишете, друзья? Хотела сегодня вечером. Сейчас. Пришла, привет, 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 привет. Где Алина? Алина, вот с мамой болтает. Что делает? Никита, это очень круто, привет, спасибо. У нас, короче, она тебе то же самое. Не подходит. Мне кажется, ну, конечно, эфир не вставляет, мы сидим на лобне, я думаю, чуть-чуть, короче, он мне чешет. Да там 100% будет нарезки. Я лежу на кровати, у меня постоянно спину чешется, короче, у меня постоянно день чешется. Если кушаю, он мне чешется, короче, я говорю, ладно, Наруси, в этом будет стоять, я что-то чешу. Чё она, как не говорит, чешу мне? Иди сюда. Иди сюда. Она еще не готова не греть. Да, а что там она не греется? Нифига, микроволновка быстрее. Нифига, она не готова. Господи. Все, у нас теперь... Теперь ждут, когда у нас лучше что случится. Всех так интересует эта тема. Но я не тороплюсь. Я не тороплюсь. Она... Я еле спать ложусь. Просто не дает мне просто вздохнуть. Я говорю, Алина, можешь подождать? Что ты врешь? Что ты врешь? Да нет, нет. Я ложусь, но спокойной ночи отворачиваюсь. Да, да. И потом... Ладно. Играем... В диджеев играем потом. Так, что вы пишете? Привет, кто ржет? Дай кусочки, это Фан, а не Захар. Такими очень рад, что на проекте появился такой искренний парень. Спасибо, сохрани эфир. Захар зашел. Тебе дядя добрый.
Вот робот из Казани. У меня робот из Казани называется. Крокодил Данди. Здрасте, здрасте. Это мама. Здравствуйте, а как вам зовут? Елена. Вы уж не обижайтесь, что я так называю. Я на самом деле Лебя. Ну да, я иногда тебя прям ругаю. Ну, а у меня щеки как раз горят. Не брался так. Вы только куклу Вуду не делаете с этим изображением и в печку не бросаете. Нет, даже об этом даже речи нет. Ну, Алинка у вас молодец. Вот, все лучше и лучше становится. Ну, я знаю, спасибо, Алексей. Да, вам доброй ночи. Никита тоже молодец. Привет! От старейшей, бля! Так, это ее мама, да, Шафия редкостная зашкварка. Никит, скажи, Захару пусть ждет Яну из Израиля. Как отношения с Алиной? Все хорошо, Вован, все отлично. Это очки для зрения? Нет, просто. Нет, это Захар слоненько запахло. Где Флян купил? Привет, кто ржет? Да, кусочки. Да, готовится пицца еще, привет. Как на острове живет? Все отлично. Все круто. Это я. А позавчера, короче, он оделся, короче, полностью оделся, а я как-то без тоже снимать. Но это, конечно, было без камер там. Вот. Такие вот дела. Сегодня, короче, нам сказали, типа, ему предложили сделать для свидания. Такое банальное. Ой, Русь, круассан. Поболтать, а там всякой фигне. Спасибо большое, друг. Я хочу нормально. Спасибо большое. Ну, предложи как свое. Он что-то предложил пойти в дротики пострелять. И, короче, у кого меньше баллов, тут есть лук. Писать. Ты что, угораешь? Говорит, ты мне лук сам не разрешаешь есть. Сам такое свидание придумал. Чтобы ты его больше никогда не ел, чтобы ты так наелся, чтобы больше никогда его не ел. Даже, знаешь, вот бывает, когда если я его наемся, детей спаливают родители, что они курят, и потом дают им пачку на кури, пока все не выкуришь, не отдашь. И все, и больше не курят. Вот то же самое с луком хотел сделать. Не! Здесь ругают за это, нельзя курить. И начинает есть лук. Что сказали? Ничего. Что сказали? Никит. Что сказали? Чего? Ничего. Что про лук сказали? Это я сказал. Что ты сказал? Бросает курить и начинает есть лук. Да ты ржешь, Никита. Ну, я так сделал. Ой, ну, короче, весело. Мякиш. Мякиш на свидание, наверное. Что там посмотрим в засаде, что там в засаде. Безус прямой эфир. Никитос, где мякиш? Останется веселый, добрый, красивый. Спасибо большое. Она хомяк, кушает надо. Никитос, привет. Привет, привет, Санек. Привет, привет, Серпухов, пожалуйста. Серпухов. Чики-чики, привет. Да все нормально, Сань. Все хорошо. Ковыряемся тут. Что там Люба лобно уже был? Да, был уже все. Люба, что там? Ходит? Бродит. Люба с Никитой, Люба с Максом в отношениях. Вов, вот что ты несешь? Эрунду. Молодец. Как у Ирины тоже прикольная. Привет! Мам, ты видела у Никиты фотку? У них вчера сфоткала, типа, когда я утром просыпаюсь, вот такая. А на самом деле, типа, красивая, а потом вторая фотография. Типа, когда наступает ночь, макияж смывается. Когда наступает ночь, макияж смывается, я снова смывала такой вот. Посмотри у него в Инстаграме. А уже нет ее, уже нет, наверное. Почему? А, или прошло 24 часа, не знаю. А, что так? Ну, короче, вот. Фантастика.
Мандрагор, ты меня называла. Что делать, Настя Цвет? Не знаю, вы на старой живете? Да, мы на старой вон. Че? Пиццу поесть? Вы пиццу готовите? Да. Да. Не разогреваем, а готовим. А? Да. Ой, аж очки запотели. Как кухарка. Вот никому не готовила. Вы на всех как кушаете? У вас все общее общепит или каждый себе готовит? Ну, у нас есть, короче, здесь продукты, типа мясо, фрукты. Так, Никитос, если он... Всем привет. Овощи есть. Ну, короче, передашь, передай привет президенту Федерации хоккея в Ленинской области. С ним сидим, на тебя смотрим. У нас сегодня жена, юбилей, 5 лет. Короче, Санек. И президент Федерации хоккея Ленинской области. Хоккей Forever. Всем привет. Спорт. Занимайтесь. Отводите детей в хоккей. Играйте в хоккей. И отводите всех к Сане. Саня всех научит играть и бить лица. Как это он делал. И даже несмотря на то, что он вратарь. И с женой. Вы построили свою любовь. И строите дальше. Укрепляйте. Как дела, Настя? Пицка норменьки, тосик, потяжка, никто с пиццы угостишь. Приходите, чё? На всех разогрею. Привет, издали, привет, вы классный, Никита, ты супер, спасибо, наконец-то. Сейчас счастливо. Да в настроении, на самом деле, такой, ты пиццу готовил. Я... Чё делаете? Да ничего, да. Ник с мамой болтает. Я жду, пока пицца приготовится. Настя, станет грустной теперь. А мне Никита, с интересным отношением. Да, ты классный, очень красивый мужчина. Спасибо большое. Да. Чё? Здесь сахар? На новый есть, здесь нет. Сахар хочу. Какой сахар тебе? Ну, песок с чаем. Вон сгущенка себе добавь. Я сгущенку не ем. Тут тот же песок. Вот такие жалобы. Ты сколько времени? Так, привет, Никита. Привет. Ничего, благодарю. Ты с Настей общаешься? Общаемся. Как с Алиной друг другу подходит? Спасибо. Сядь с Алиной, а то скучно без нее. Сейчас она поговорит с мамой и сядет с ней поболтать. Когда ругаемся, так с ним разговаривала, ходила. Какая у вас погода? У нас тоже... Ну, дождик был, так, и жара. Так, все хорошо. Так, все окей. Соскучилась. Ермашов. А пингвинова в Москву хочет, но это ходит. А где Захар? Не знаю, летит. Ну, плачет, ходит, потому что мама, ну, они тут 4 девочки и один Миша. И никто с ними... Короче, ну, домой, короче, все хотят. Отношения не строят. Где Сейшик? Сейшик бегает. Сейшик сегодня на меня набросился. Алина готовит, конечно. Маме рассказал. Мама смотрит. Где Сейшик? Сейшик, короче, это... На меня сегодня набросился козел. Ну, на всех бросается, не узнал просто. Ты меня помнишь? Да помню, господи. Маме рассказал про Алину, да? Рассказал, покажи Алину. Он сидит. А то, что ты в отношениях Алины, все равно тебе близко не подпускает, вы же просто друзья. Но вы ошибаетесь. Что мы просто друзья. Игорь опять обижает Юлю. Можно к тебе? По мне все. Кресты. Никто Сэшек тебя больше всех любит. Не, он больше всех любит из другого. Администратор он больше всех любит. Мое коронное блюдо. Блядь. Чай с сахаром. Я не знаю, какую корону, блин. Я прям такого ничего не готовил. Чё? Чё дерзкий такой-то? Да не дерзкий. Какое у тебя образование? Высшее. Высшее. Этот. Как специалист физической культуры.
Василиночка, рассмотрите, сижу, смотрю эфир и жду вас там. Спасибо. Спасибо. Раньше был милее. А чем вы проект занимался? Летал, стюардом был, в фитнесе работал. Нет. Еще много чем. Даже курьером был. Не скучаешь по нему? Да нет, вспоминаю очень положительно эту работу. Очень классно. Вот такие вот дела. Доброй ночи. Доброй ночи, Никита. Кто по гороскопу? Водолей. Водолей. Тебе самый интересный эфир. Спасибо. Спасибо. Как погода и все остальное? Да нормально, все отлично, все живем, не тужим, все нормально. Хватит хочу. Блин, экран сошел в проект. Не знаю, ты еще с Алиной. Конечно. Никуда не собираюсь. Входите. Все, пока-пока. Быстро поцелуй. Вот так у меня целует 24 часа на 7, а я его кусаю. И лопом дышу. Пока вам. В смысле? Мне эта шапка не нравится. Буду в этой шапке ходить. Ну что, вот она вернулась. Ты позоришь, сними эту шапку. Я позорю? Сними эту шапку. Все говорят стиль. Все пишут стиль. Сними. Скажите мне стиль. Мне нравится эта шапка. Просто сними. Стиль. Где скучает лук на ночь? Ты что начала выпендриваться, да? Я лук сам а? Я же лук сам жил. Ты что выпендриваться начала? Лук буду есть. Бытовуха еще не надоел. Да надоел уже эта луковица. Я сейчас буду лук есть. Стиль, вон пишут, стиль. Не, пишите не мне шапка. Все стиль. Шапка зачет. Слушай. Сказала, классная шляпа. Эту шапку. Стиль, стиль опять пишут. Какой стиль? Стиль, посмотри. Никита, сними шапку, мне не нравится она. Ты как очкарик. Ну, как очкарик, естественно, я в очках. У меня сразу антисекс включается. Ну, сразу а я... не горит и ехать в отель. Как можно не хотеть? Да? Девчонки, вот стоишь такой, да? У тебя червяки закончились для рыбалки. И вот такой вот рыбачок стоит. Такой. Что такое? Че? Червячков? Возьми моего червячка. Малышка. Никитос, ты Ван Хельсинг. Ты ходячий секс. Какой у тебя айфон? Секс, у меня секс. Нет айфона. Пусть вас отправят секс, в отель. Секс, секс. Ты хочешь моего червячка? Нет, не хочу. Почему? Потому что у меня не червячок. Потому что у меня удав. У меня не червячок, у меня удав. Снимаюсь. Что ну что там? Пиццерийка-то подъехала. Пропалим. Смотрите сейчас. На мои очки, смотри. О! Просто блять, горячая. Почему так смешно? Ебать! Десада! Десада хорошая! Да в смысле она не готова, она уже устала, блин. Десада! Наха. Вот поэтому не пишу. Так. Ебать, он, короче. Мажи. Как дела, пап? Привет. Все нового. А, у меня все хорошо. Да. Шапку врезал. Никита, сними шапку, пожалуйста. Не буду я шапку снимать. Сейчас скажите стиль. Никита, я буду есть лук. Я стиль.
Называй меня мой тигр. Никаких шуток и никаких игр. Буду жрать тогда лук. У тебя харизма бешеная. Хуешь. Просто в сухари превратились какие-то. Да держи еще, горит, блин. Просто, ну что за сухарь? Масло а, да, надо было. Надо было поднять свою попку, блин, и сделать. Я с мамой разговаривала, да. Привет. Не, ну пусть стывает, короче, жесть. Привет. Она же. Слышно, нет сахара? Шипит. Нет, слышно. С чем мне сахар тебе? Стиль, стиль. Привет. Мы с Никитой вместе, да. Вот, видите, я как отвечаю. Вы с Алиной вместе? Я говорю, да, конечно, с моей кисой. А, у нее в прямом эфире задает. Вы с Никитой вместе? Да. Следующий вопрос. Просто. Привет. 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 Как дела? Все хорошо. Все замечательно. Как у вас дела? Что интересного расскажете? И немного стиля. Вот. Мне сначала шапку свою, потом... Вот слушайте, смотрите, знаете как... Смотрите, для меня всегда был показатель. А, в моем эфире, да, она залетает. Ой, хара, такая добрая. А когда я в ее эфир в этой шляпе, и вы сами знаете, что это стиль, она сразу... Уйди, дурак, сними свою шапку. Черт, да? Стыдно, ей стыдно. За парня, которого она выбрала. Сколько вам платили? Вот она бы ходила, не знаю. В пижаме, в грязном. Мне бы не было стыдно. Скучилась по тебе. Она просто ревнует. Да нифига не ревнует. Кому как? Привет, с Ростова. А теперь звони. Привет. Привет, сюда, Никита. Слушай. Вот нормально? Вот смотрите, смотрите, она закрывает. Сначала сними свою шапку. Смотрите, она просто закрывает эфир, не дает мне. Сначала сними свою шапку. Нет. Да. В чем проблема? Проблемы есть какие-то? Буду жрать лук, Никита. Проблемы есть какие-то? Да, вот да. В шапке есть какие-нибудь проблемы? По-моему, прекрасно. На сейшках почему так не ходить? Мне было бы не стыдно. Вот. Злиться. Привет, песня. Что-то там еще. Я не знаю название. Шлюха. Какая шлюха. Какая. Никита, блядь. Телефон упал. Ты ждешь, пока к тебе там кто-то зайдет? Да. Ну что? Какое у вас время? У нас 12. Нормально, да? То есть нет, короче, не нет. Блин, ты очень красивая, спасибо большое. Ты делала пластиковую лицо? Нет. Не делала, ничего не делала. Здравствуйте, Ашот. Самое приятное, и всех нравится. Спасибо большое, мне дико приятно. Я тебе яблоком запущу, Никит. Такая добрая сама. Привет. Ты из Казани? Ну, да. Алина, классная шляпа. Да не нравится мне эта шляпа. Согласен! Вот, нет, просто уничтожьте. Нет, похоже на кого-то, не знаю, там. Скажите нормальную шляпу. Чего? Фанна Цель, привет. Стиль. Красотка, спасибо. Если вся история нужна тебе для хайпа, то будь хитрее, не тупи лобным. Потом сложно будет установить, что ты вообще про что. Есть у вас постановочные ссоры или сцены на проекции? Не могу ответить. Показывают ночному, как ты плакала. Что у вас было? Ты, конечно, сами убираем свою комнату. Что, как остановите на острове? Как обстановка? А, пока есть брал. Все нормально. А, плачу, наверное, потому что Никита сходил к ведущему, и у него помутнел рассудок. Шляпа лучше. Спасибо, вот, Лёлечка. Привет, 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 привет. Ну, потом мы помирились. Пусть. Снимет кепку. Не знаю. С Федей... Круто, что вы тоже шляпа топ. Спасибо большое. Я же скажу, что шляпа топ просто. Ну, топ, мне нравится.
А мне все пишут топ. Спасибо. Мне не нравится то, что... Я в ней специально и завтра буду ходить. Привет. Котя, Роста, 64. Привет. Пластику не делай, ты нормальный девчонок. Я хочу губы сделать, потому что у нас тут у всех девочек сделаны губы, сиськи. Я хочу быть как все. И ресни... Ой, и ресницы. А я хожу как лошара. Ну, даже настроение пропадает, когда я в зеркало смотрю. Вась показывает, как ты там плакала. Где я плакала? Блин, надо посмотреть. Вика такая туповка, согласна. В смысле? У Никиты норм шляпа. Да не норм шляпа. Ты в натуре решал? Чё? Здесь. Ушел? Да не ушел, я знакомый пишет. Не напрягает кучу средств? Нет. Тебя крыто хватит. Натуре? Ты красивая, ты мне очень нравишься. Спасибо. Не надо сойти. Ты очень милая, красивая, тебе не нужна пластика. Спасибо большое, мне очень приятно. Не боишься растолстеть? Ты вообще четкая. Я. Ты была в шоу «Холостяк»? Была. Я хотела, чтобы ты была парой Захара. Пицца-пуля. Ну, Захара, видите, не получилось. Я такая не... расстроилась, блядь. Ну, Захаром не я... получилось. Ты очень... сожалеешь? Я вообще не... Сожалеешь об этом? Нет. Не сожалею. Я вообще без эмоций это сказал. Ты что, угораешь? Банцу, блядь. Ты угораешь сейчас или что? Или доебаться решил?